Мерси, благодарю тебе, спасибо, что ты есть. Трич, ты себе фиксировал, дорогой мой. Ты давай фиксируй так, чтобы это было красиво зафиксировано. Только попробуй не зафиксировать. Да, ведь человеку 34 года и зовут его Денис. Так, я хочу создать себе новый космический корабль. Сегодня у меня цель посетить Луну. И сегодня я буду посещать Луну не так, как обычно, а именно по-настоящему, да. Деда, вообще я в Кербал шарю, я могу тебе помогать строить ракету. Блин, вот бы ты мне позвонил. А куда тебе позвонить? А куда? Дискорд? Итак, смотри, значит, у самолета, у машины есть кабина, а у ракеты командный модуль. Окей, принял. А будем делать большую ракету, потому что мы будем лететь через стратосферу. Чем больше ракета, тем выше летит. Потому что, ну, как бы топлива больше, соответственно, поднимание выше. Понял, хорошо. Итак, значит, дальше. Топливный металлококос. Ну, будем делать большой аппарат. У нас есть металлококос такой-такой. То есть, а в чем отличие? А, масса, 162 тонны, 56 тонн. Ну, давай такой вот сделаем, большой. Нет, ну, это потом. Сначала нам нужно рассоединительный модуль сделать здесь. То есть, отщелкивание, колпак. Ничего, скоро кентавра о себе, ну, как бы, заявит конкретно, да. На Луну не получится долететь, если ты не разберешься, как тебе позвонить, как ускоряться за вокруг орбиту Земли. Почитай обучение, либо будет очередной попуски, еще одна нарезка на канале Трич ТВ. Не-не, подожди, вопрос-ответ, экстрасенс, сейчас, мне нужна помощь. Давайте так, допустим, я готов, да, добавить человека, если он действительно умеет делать, в Дискорд, чтобы он помог, подсказал, что я делаю неправильно. Хотя я знаю, что я делаю все правильно, потому что я кентавр создал, да, действительно, аппарат серьезный, и ракету типа создать для меня — это тоже, по сути, то же самое, да, как принцип, основной принцип мне известен, да, как бы. Хай. Слышно? Хай, да, слышно. Да, здравствуйте. Я сразу говорю, мешать и не буду мешать, там, взял смотреть. Брат, либо... брат, ты никогда никому не помешаешь, потому что ты наш зябл, и мы рады тебя слышать. Спасибо, мы вас тоже любим. Я просто могу отвечать на твои вопросы, если какие-то вопросы появятся, ну, будут они, явно будут. Вот, и что тебе непонятно, спрашивай, ну, или просто я не буду тебя за ручку прям вести, чтобы ты сам догадался, как. Ну, хорошо, это правильно. Это правильно. Не, просто вот смотри, ты же видишь, да, сейчас вот мое строение, и скажи уже, да, ошибка какая-то допущена или пока что еще ну, нет? Ну, я, во-первых, плохо вижу по движкам. Я, честно, не смотрел стрим последние там 5 минут, потому что с перепиской. Ну, смотри. Для начала, что ты хочешь вообще? Я сесть хочу там на Луну, прям долететь, прям сесть. Я хочу долететь на Луну, да, и, ну, в идеале прям приземлиться на нее, покататься. Ну, нахуй ты покатайся. Заткнись. Да. Ну, прям сесть, наверное, будет тяжеловато с первого раза, хотя бы долететь. Не, хотя бы долететь, да, хотя бы на орбиту нужно выйти. Да, ну, да, на орбиту ты уже в целом почти выходил, ты немножко не туда летел, но неважно. Да. В общем, смотри, нам нужна хотя бы просто обычная двухступенчатая или там трехступенчатая ракета. Первая ступень, самая большая, которая, в общем, по сути, ты все делал уже до этого. Можешь делать просто ракету какую-то, которая улетит в космос. А дальше я тебе уже помогу, как лететь не просто смотря на Луну, а по орбитам, чтобы, собственно, лететь к ней. Да, зима, конечно, лютая, холод невыносимый. Единственное, что меня спасает, это любимая КС, в которой даже нет зимней операции. Или же... Операция Frozen Blade у Epic Drop — это простой путь получить нож для каждого. Правила простые. Выполнил задание — получил приз. На 15-м квесте лутаешь перчатки или тайное АВП, а на 30-м и 45-м забираешь уже гарантированный перчик. Ну а на 60-м — бесплатный кейс с ножами от 10 тысяч рублей. Билет операции так-то стоит 600 рублей, но для вас по ссылке в описании лично я намутил 100% скидку. Это подарок на Новый год каждому из вас.
Мало? Тогда играй в бесплатную рождественскую мини-игру по CS2, в которой тебе просто нужно добежать курочкой до конца игрового поля и не попасться под пулю врага. Играть можно халявно раз в час, а за победу лутать скины. А если играть регулярно, можно фармить мега-кейсы. Вот наполнение третьего мега-кейса всего лишь за 85 побед. Представляете, и все это халявно. Нафармить можно буквально за дня 3-4, ведь играть можно раз в час бесплатно. Все это добро продлится до конца этой зимы, поэтому ссылочку я оставил снизу, так же как и промо на 15% к балансу. Ставь ролик на паузу и играй в бесплатную мини-игру по CS2 и фарми зимнюю операцию. Значит, смотри, у меня тут даже подсказки есть. Нужно, я сейчас парашют тут добавлю, потом топливный щит нужен, мне не нужен топливный щит. Ну, если ты собираешься вернуться, то нужен, но вряд ли мы вернемся. Давай хотя бы долетим. Долететь хорошо, будет уже понял. Победа. Понял. Как говорится, нам главное долететь, а возвращаться нас уже, возможно, никто ждать не будет, потому что у меня был случай в жизни. Я как-то поехал к одной тёлочке, там занялся с ней сексом, потом приехал, а меня уже не ждали обратно, понимаешь? Потому что заранее знали, что я к ней еду. А я-то не знал, что они знали. Представляешь? Да. Вот, ну ничего страшного. Ладненько. Спасибо, брат. Я понял, сейчас тогда я сейчас ускорители набросаю. Вот, писюльки. О. Ну, почти, так не стоит. Тормозиться будешь. А, типа большие, да? Да, тут это все учитывается. То есть, все эти аэродинамика, вся учитывается. Вот, держи, а теперь нажми X. А, ну понял. Вот, и все, и прилепляй обратно, и у тебя все прилепится. Ой, прилипка попалась. Тихо! Блять, сейчас что-то не это. Ну, поправляй, ой. Ладно. Ой-ой-ой, что-то пиздец сниму. Тихо! А чё на одна, блин? Это ты там, да, нахерачил. Можешь Ctrl-Z нажать и Z. Во. Еба. А? Просто попробуй хотя бы запустить что-нибудь. Да, я да, всё. Версии... Сейчас точно попрёт. Ой, блядь. Ага. Что-то... Что называется, не попёрло. Не, значит, ты вот эти, когда Ctrl-Z там, жал, не прилипло оно у тебя. Вертай взад. Так, значит, давай попробуем оставить 4, как и было. Ну, просто посмотри, как это выглядит, да. В целом, она уже лететь будет, если не развалится, опять же. Ну, хорошо, тогда давай попробуем вот этот вариант. Зависит от пилота, конечно. Во, держится. Да. Ой, шатается все. Пизда, пизда. Блять. Блять. Я хз, это просто лаги. Не, сейчас я все сделаю. Сейчас, надо просто быстрее. Сейчас просто я надо бы. Я так, ну, я уже так делал. Надо просто взлететь быстрее, чем она развалится. Сейчас, должен да я сам такого. Вот это вот. Все, попробуем. Пошла, пошла. Ты что за хуйня? Тихо. Пенисом. Стяжки, что-то со стяжками не то, они дёрают. Ну, возможно, я не вижу, где. Вот эта проблема второй версии, не видно, откуда она начинает болтанка и что где происходит. То есть тут два дебила, не проблема. Вот в этом случае не проблема в тебе. Ну все, сейчас точно попрёт тогда. Во! Стоит. Стоит, прикинь, не падает. Тихо. Ну все тогда. Получается. Все. Ну, с Богом. Ну, с Богом. Да вообще на изи. Так. Что, вот теперь мы ждем движок, и наша орбита постепенно меняется, видишь? А, то есть мы сейчас летим на нужную нам орбиту, но а нам хватит топлива туда лететь? Должно хватить, да, Дельта 4, да, 5000,
на орбиту хватит, на Луну вряд. Ну хотя бы ты разберешься, это уже... Ты хотя бы первый раз выйдешь на орбиту. Не то, чтобы ты до этого не выходил, до космоса ты долетал, на орбите это не было, по-моему, ни разу. Ладно, может кто-то поправит, я что-то, может, не помню. Ну, поздравляю, собственно, твоя первая орбита, ты не... А, что? Отмотай-ка, куда ты летишь? Вот так, блин, ну... Короче, ты так сильно ускорил, что улетел куда-то... Не на ту орбиту. Ну, ты уходишь сейчас с орбиты. А что тут написано Муна? Это ну, не Луна, это другое что-то? Это Луна. Это просто название у нее такое, Муна. А ну-ка, давай теперь знаешь как, еще раз. По новой, да? Ну, лут, наверное, только возвращаться, да. И сейчас я бы уменьшил бустеры, чтобы мы так не гнали так быстро. Сколько типа, у тебя там? Ну, не 4. Газовать я сильно, б... да? Либо, да, постепенно убирать газ. Твердотопливные бустеры, они не смогут уменьшить газ. Они включились и жгут, как сучки. А вот центральный бустер будешь уменьшать, и топливо экономишь, и скорость держишь. Ну, это нужно... Так, по опыту уже смотреть. Ну смотри, но я когда в орбиту вышел, мне уже все, одна ступень только нужна будет, правильно? Да, по-хорошему, смотри, по-хорошему ты бустеры быстренько отработал и сразу должен наклоняться. Да даже еще с бустерами наклоняться. Короче, все понятно, даже с подсказками зарулил катку. То есть ты должен буквально там выйти из плотных слоев, это где-то 10-15 километров, и сразу же потихонечку наклоняться, чтобы сразу же... Ну, задача вообще, как выйти на орбиту? Выйти на орбиту — это не лететь вверх, а лететь куда-то в сторону, чтобы набрать скорость, чтобы постоянно падать, но не до Земли. Первые 10 километров просто летим. Максимально уходим от атмосферы, да. Вот потом, ну, постепенно начинаешь наклоняться. Первые 10 километров, да? Ну, 10, да, точно. Хотя бы так, сейчас движок не включай. X просто нажмешь. Ну, отдели эти. Ого, отдели их. Да, пробел нажми, отдели их. Они отойдут нахрен. Все, у тебя теперь куча топлива. Теперь можешь быстренько нажать на М. Посмотри, что у тебя там. Апогей уже 200 километров. Это до хрена. И так же, как ты уже знаешь, я не мешаю. Нажимаю. А сейчас. Ага. Вот. Нет, подожди. Сейчас. Сюда. Установить цель, да? Нет. Не совсем. Нет. А чё? Чё ты куда-то не туда нажимаешь? А, создать план маневрирования. Да. Потом... Не нажал, нажми на него снова. Да, точно. А как? Мешает тебе там вот этот пацан. Ага. Так, теперь я беру вот эту... Сюда. Нет, дед, не слушай это его, наклоняй ее сразу, блин, быстро, постепенно. Не слушай про 10 километров. Можно уже на 1 километр. Зябл играть не умеет, играет по методичке 1 года. Так. Вбег, делаю... Стоп, все, да, много не надо. Прям я минимальная, понял, которая... Да, я хочу минимально сделать, наоборот. Есть, да, вот такая, допустим. Да, пускай. На Д, пока у нас время есть еще. Ага. На Д. Точка должна быть вот там, дальше. Ля, это долб***о падает опять. Соткнись. Смотри, стой, движок, да, да. И сбрасывай, да? И сбрасывай, да. Если у тебя там все настроено. Да ты шо, сука. Лишнего не сбросишь там, ничего? Не знаю. Дедуль, у тебя кентавр также тут может. Что-то... Или у кентавра лимит за пивом и обратно в гараж. Все, теперь ты уже точно на орбите, апогей 560, перигей 88. Это, короче, ты на орбите, простыми словами. Да ладно. А как? Ну понятно. Да, нажми на М нажми. Смотри, видишь, Крок, удали свой маневр. Это, по-моему, в центре красная кнопка, чтобы он не мешал. Вот где ускорение было, ага. Удаляй. Вот, это твоя орбита, то есть будешь крутиться, как долб... вокруг этой хрени, и никогда не упадешь. Понял. Жесть. А Луна? Смотри, теперь как Луна. Она вот она. Земле. Тихо. Смотри, теперь то же самое. Делаем такой же маневр, только теперь нужно, чтобы наши траектории с Луной соединились в нужном месте. Вот так просто ускорит время? Да.
Эта залупа сейчас упадет у этого дебила. Иди нахуй! Этот долбоёб сейчас ракету уронит. Не надо. Видишь, луна к тебе подлетает. Ага, сама. Ну ты почти в ней, да. Опа. У нас только же рядом. Можно чуть-чуть, только не сам. Ускори лучше, пожалуйста, снова так же. Не здесь? Ага. Не здесь. Вот. Где по Е, короче. Вот где по Е, не доходя до по Е. Вот, да. Вот тут. Да, ускорь. Да. Все, время. Стоп, время. Все, ты почти у цели, смотри, сейчас. Чтобы быстрее это все не тратить, не объяснять тебе, нажми на где САС, кругляшочек с крестиком. Вот. Да. Да, против движения. Это значит, ты будешь тормозить. Видишь, ты летишь куда-то в очко, ты будешь тормозить относительно этого небесного тела. Ага. Перестроилось, все, теперь нажимаешь Shift. Ну, не знаю, сколько там у тебя мощность движков. Ну, нажимай Shift, не бойся. Ха-ха, долб***, не долетишь. А до скольки мне сейчас ускоряться? А как хочешь, ты все равно не упадешь. Ты потом снова круг сделаешь. Просто потихоньку ускоряйся, чтобы, ну, смотри, что хочешь там, на Луну смотри. Можешь из космоса на Лиску посмотреть, не знаю, видно. О! Там. А она темная или на светлой стороне живет? Она светлая, а Олька там, в Академии, на темной. Ну, получается, Олька, вон над тобой пролетаем, че? Ну, я и не вижу, там темно. Ебать, а чё это? Ой, пиздец, я на Луне походу. Ну, почти, ты над ней. Не знаю, ты кружок пролетишь или сразу будешь... Ну ладно, нет, садиться надо на светлую сторону. Да. Можешь сейчас... Охренеть. Да, можешь сейчас еще, смотри. Нажать Shift, теперь будет наш апогей падочный. Да, все правильно. А, то есть я должен еще до Пее долететь. Видишь, да, вот твоя точка перигея, в этой точке можно, ну, нужно тормозить. Это эффективно, и она не будет никуда двигаться. А, ну тогда я вот так сделаю. Ну, может так, да. Ой, блядь, сейчас уебется, сука. Ну, вычеркивать еще рано, конечно. Нет, это пи***ц, чел падает на Луну. Илон Маск, если ты меня смотришь, иди нахуй отсюда. Я тебя опередил. Тебе не стыдно приглашать заслуженных астрофизиков для помощи в игрушку. Скорость дальше ветеранов, знаю, контрол позавиши гонщиков в Need for Speed. Орбита. Какое же позорище. Желтая такая. Мужчине респект, а тебе, женщина, на кухню пора. Сам понял, на кухню, блин. Вонючка, иди давай сюда. Вообще, что ты подслушаешь тут? Это дуба-дуб, не обращай внимания, он лох местный. Там скептики, да? А он лох местный, он не обращай, он тут вечно что-то квакает. Я его попустил давно. Ты что-то трогаешь? Ну, пытаюсь ее ровно направить, выровнять. Надо, чтобы она была вот в этой точке, да. Жги, все. Жги. Сколько? 12 тысяч метров. 12 да, километров. Прям побольше, у тебя куча топлива, можешь прям больше же, больше жечь, прям на максимум, это жми, да. Что-то кажется идет меньше. Не так, что-то не так, кажется это будет катастрофа. Поставим 150, вот более чем, не надо. Управляется к земле и распадается долго в воздухе, долго будешь лететь. И взрыв. Тоже, просто когда сам это делаешь легко, а... Фиксируйте зябло, сейчас это долб***ь аппарат разб***ёт. Не-не, все, я чувствую аппарат. Нормально. Ну все нормально. Опа. Лиза, смотря. Все. Смотря. Спасибо зяблу помог. Илон Маск, ты, сука, сюда даже не суйся. Мы с Колей добрались до Луны. Мне это видно, это зафиксировано, это факт. Не поспорю, да, тут как бы на видео зафиксировано, да. Возможно, даже Трич фиксировал тут как бы... Ну, никто не прикопается, я считаю. Да. Трич, ты если фиксировал, дорогой мой, бля, ты давай фиксируй так, чтобы это было красиво зафиксировано. Только попробуй не зафиксировать. Не? Я бы не справился, если бы не ты. Пишут тебе моторку, надо выдать. Да то, ну, что... ребят, вы что? Спасибо. Выдать, если смотри. Пишет, ну, знаешь почему? Пишет. Потому что пишут, нужно быть гением и иметь титаническое терпение, чтобы обучить такого глэка, то есть меня. Ну, если честно, я думал, будет тяжело, но честно, ребят,
оказалось легче, чем я думал. Ты случайно не строил раньше каких-нибудь проектов там ничего? Просто я чувствую. Было, было дело. Ну, кентавра, да? Создал. Кентавр. А мне говорят, уже Илон Маск, типа, сейчас в Твиттер свой пишет, типа... А, постит, да? Типа, пишет, вылазь, говорит, типа, удалит стрим, чтобы никто не видел, что я опередил меня. Хуй тебе, Илон, ну, понял? Он купил целый Твиттер, чтобы, ну, твои достижения никто не узнал. Он, поди, там удаляет все посты. Сидит. Да, он сам сидит и вот это все читит. Зяблы, зафиксируйте этот момент, пожалуйста, везде, где можно, сохраните отдельно. Распространяйте, да, пишите, да. Илону Маску, потому что он, в личку, не в личку. Он сейчас будет писать Ютубу, чтобы вот этот момент фиксации был тоже удален, блин. Пошел сотрудничать сейчас с Илом вот этим вот. Да. Поэтому... Кем прости? Ил. А, Ил, я просто... Вот, да. Ну ладно, братишка, спасибо тебе большое. Ладно, да, спасибо тебе. Спасибо, целую, обнимаю. Спасибо большое. Да, напиши да, свой ник ВКонтакте мне. И... Я ссылку на страницу. Да, все, спасибо, хорошо. Все, давайте, все, Зябл, всем спасибо, сори за духноту, всем пока. Не, брат, все класс, все супер, спасибо большое. Пока-пока. Ну, пока. Ну давай, пока. Ну давай. Не, ну согласитесь, пацки, реально, хороший парень, помог, действительно, мы добрались до Луны, да. Вот, да, мы сейчас были на Луне, знаешь как, мы вот сейчас на Луне с вами побывали, а Коленька вот этот, который рэпер, поняли, вот этот, который МС Батуа, он сейчас даже и на Луне не побывал, блин, лежит сейчас, наверное, и рэп читает свой вонючий, либо спит, да, мы с хорошим Коленькой на Луне побывали, а с рэпером Коленькой на хуе побывали, понял? Все. Ха-х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 а